Тебе повезло, что ты милаха. А то я ненавижу сюрпризы. Давай, покажи. За раскрытое убийство. Люблю пиво почти так же, как твой прессик. Спасибо. И вот это. Сам я больше люблю лаймовый пирог, но для хорошей взятки надо жертвовать собой. Трикси будет в восторге. Ее любимый. Она сейчас на дне рождения. О, день рождения. Может, ей на сегодня торта будет достаточно? И тогда этот мы съедим вместе за завтраком. И мне надо будет ускользать как подростку? Уверена? Уверена. Да, надоело. Осторожничать, переживать, как это все повлияет на других людей. Ведь чувства, которые я к тебе испытываю, просто не зазнавайся. Ладно? Мы взрослые люди, ничего такого в этом нет. Но как бы то ни было, мне очень нравится проводить с тобой время. И я знаю, почему. Потому что, Пирс, я... Остановись. Я так не могу. Что? Подожди, нет. Маркус, не пугайся. Я понимаю, это страшно, но иногда надо делать прыжок веры. Понимаешь? Подожди. Что-то случилось? Я что-то не так сказала или сделала? Послушай, мы можем не торопиться с этим. Я просто думала, что... Ты все усложняешь. Что? Оно того не стоит. Я того не стою? Мне пора. Что? Почему? Почему ты обидел ее? Почему? Впервые в жизни у меня это было. Только руку протяни. То, чего я всегда хотел. Так близко. Надо было лишь, чтобы она сказала эти слова. Но я не смог. Не смог с ней так поступить. Я не смог причинить ей такую боль. Ты и так сделал ей очень больно. А теперь я сделаю больно тебе. Вставай! Давай! Делай, что должен, Люцифер. Я это заслужил. Твое клеймо. Оно пропало.